фотография — это магия чистой воды. Встречать рассвет, слушая шум прилива, следуя через объектив за тем, как свет отражается в чьих-то глазах, тех, которые ты фотографируешь. Это прекрасно. Я выросла в Петербурге, городе белых ночей, где само слово «свет» имеет особое значение. Изучая его, поняла, что ничего не хочу так сильно, как фотографировать. Знать, что мои фотографии могут стать частью чего-то проекта где-то на другом конце Земли, что кто-то смотрит, видит их и скачивает возможность поделиться ими. Ничто не делает меня счастливее, чем это. Поймать этот луч света еще раз, встретить этот рассвет, зарядив пленку в объектив и идти навстречу новой истории, которую ты фотографируешь. В конце концов, это то, что стоит того, чтобы просыпаться в 5 утра каждый день.